Многоквартирные высотки в Дубае продаются за биткоины. Как сообщает News BTC, двое известных бизнесменов, баронесса Мишель Моне и Дуглас Барроумен, продают жилую недвижимость в Дубае, дома в 1133 квартиры, за биткоины. Баронесса Моне прокомментировала, что она очень довольна, что бизнес переходит на этот новый этап, и объявила, что также предоставляют услуги дизайна интерьера за криптовалюту. Председатель компании Knox Group Дуглас Барроумен объясняет, что стремительный рост биткоина послужил причиной тому, что на рынке недвижимости впервые стали принимать биткоины.